Привет, меня зовут Криомастер. Добро пожаловать на обзор моей карты под названием Гелиос Юнион. Да. Это название дирижабля, кому интересно, если чё. Ну, если кто не понял. Короче, друзья, погнали! Итак, друзья, начинаем. Пожалуй, начнем с того, что это дирижабль торговый. Да, торговый или даже почтовый. Обычный дирижабль маленьких размеров. И поэтому я пытался сделать его более таким обычным. Ладно, друзья, тогда начнем из внутренностей. Потом пойдем уже осматривать его снаружи. Так что давайте начнем отсюда. Я достроил две оборонительные пушки. Все же... Корабль имеет как бы нейтралитет свой, так что... Да, Гелиос Юнион, как-то странно даже назвал. Ну, наугад просто назвал, две буквы поставил и все. Для аббревиатуры. Ладно. Здесь руль управления. Ух ты, что за баг? Буду я лечу. Ладно. Вон там видно. Я, кстати, управлению кнопки все это убрал, чтобы вам было лучше видно. Здесь, типа, если текстурпаки поставить... Ну, если кто-то сделает, не поленится. Я просто не буду так делать. И здесь, типа, должен быть летающий глобус. Типа того. Показал печь, кстати, идет в безграничную дыру. Типа, ну, я там черной шерстью обкрыл. Закрыл, точнее. Ладно, здесь вход в трюм. Ну, не в трюм, уже внутренние палубы. Здесь каюта капитана, да. Человек просто сидит, расписывает документы разные, статистику ведет небольшую. Спит, некоторые вещи здесь хранит. У меня тут ничего нет, потому что все пусто, я не хотел нагружать свою карту. Кстати, с обеих сторон можно спуститься. Здесь уже склад, здесь то же самое. Со внутренней стороны архив, здесь хранятся все данные перелетов, разлетов и так далее. Подальше, ну, здесь уже печь. Здесь все спят. Там спальные места членов команды. Не все спят одновременно, потому что один здесь сидит и рассматривает горизонт. На горизонте легко можно заметить там красные облака. Красные облака, я сейчас объясню даже почему, потому что это одно из видов топлива для нашего корабля. Из мира фэнтези, да, ничего не поделаешь. Кстати, вот это типа механизм для... Вращение двигателей. Для поворота двигателей. Уголь. Очень много угля. Топливо. Все сжигается. Если шейдера поставить, то вот эта печка будет светиться. То есть истощать типа тепло. Я там просто светильники поставил. Не так уж и заметно, конечно. Но все же вот. Здесь опять же небольшой склад. Для переноса всего разного. Всего самого разного. Здесь та самая решетка, как и бывает на некоторых кораблях. Реально, кораблях имеется в виду. Ладно. Все, вы это уже видели. Пора показывать, что, в принципе, есть на моем корабле. Я, кстати, двигатели типа активировал. От них идет дымок. Кстати, вот из-за этих шестеренок крутится, меняет угол сам двигатель, типа идет более быстрый поворот. Вот, в принципе, флаг, знамя, да. Гелиос Юнион. Ну, не знаю, может название конторы, да. Почему бы и нет? В принципе, это выглядит так. Пушки имеют типа энергетический заряд, все же это фэнтези мир. Вот эту вот палку я так и не придумал, как бы использовать, может мачту добавить. Но в принципе выглядит так и неплохо. Впервые строил нормальный такой дирижабль, так что для меня, я считаю, это нормально более-менее. Чё же... А, кстати, окраску, если вы не заметили, есть... Корабль имеет вот такую вот окраску, типа черные волны, или наоборот, более светлые волны. Ну да ладно, не так важно, снизу окантовочка, как это выглядит. Но выглядит да, довольно-таки неплохо, в принципе. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравилось. На этом ролик заканчивается. Всем удачи, всем пока. Не забудьте сделать 10 отжиманий. Минутка, ладно, я пошутил. Это еще не конец, я говорил про сюрприз, да. Сюрприз в том, что я хочу начать второй сезон ленивого выживания. Так что, друзья, кто хочет, пишите свои задания. Я буду их выполнять по максимуму. И, кстати, если вы не забыли, я когда-то говорил то, что есть еще
ну, 4 острова, мы сходили на 2, если не ошибаюсь. На 1 даже, вот. Так, я поменял лицо. Так, в принципе, вы все это уже знаете. У меня здесь ферма так и продуктирует. Как говорится на английском, короче. Производит много чего. Я уже давно сам не заходил на... на саму карту. Я уже забыл, что у нас здесь. Кстати, вот это все практически позеленело. Это очень хорошо. Курочки появились. О, давай. Фортуна сегодня не на моей стороне, к сожалению, ну да ладно. В принципе, я сейчас играю на мирном. Или не на мирном, подожди. А, не на мирном. А то мобы бы не спавнились у меня. В принципе, вот. Будем веселиться. Буду продолжать снимать эту карту. О, заметили, позеленело. Буду снимать эту карту. Точнее, не карту, а летсплей буду снимать. Давай, еще раз. Ну, блин, а? Ладно. Друзья, как я и сказал, пишите свои челленджи, задания, я постараюсь их выполнить. Начинается второй сезон ленивого выживания, так что ждем. А на этом ролик пока что заканчивается, или все же ролик заканчивается, не хочу отнимать ваше драгоценное время. Короче, друзья, спасибо, что смотрели, спасибо, что подписываетесь, это огромная поддержка мне, для меня. Всем удачи, всем пока. Не забудьте сделать 10 отжиманий. Всем пока.